Я являюсь руководителем общественной организации «Ковчег», и я буду голосовать за изменения в Конституции. Почему? Ну, наверное, потому что впервые в основном законе страны права некоммерческого сектора будут закреплены непосредственно в Конституции. Лидеры некоммерческого сектора НКО обладают огромными знаниями и компетенциями, и теперь их опыт точно будет задействован в создании и реализации общественно значимых проектов для государства.